Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор ЭДТА. Это синтетическое вещество, его цель контролировать pH в косметической сфере. Также данный компонент предназначен для смягчения жидкостей, в том числе и воды. Используется как стабилизатор и консервант в косметической продукции. Активизирует действие консервантов, тем самым увеличивает срок годности продуктов, в состав которых входит. Повышает пенообразование средств, наделяя их хорошими моющими параметрами. Данный ингредиент в косметике может иметь и другое название – Е-385. Он находится почти во всех предназначенных для личной гигиены косметических средств продуктах. Мыло, шампунь, гель для душа, бальзам-ополаскиватель, краска для волос, лосьон для лица, крем для лица. Вот в таком пакетике мы отправляем данный ингредиент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!